У мене залишилося в трою 4 чоловіка. Всі остальні контузи, вони ніхуя бити не можуть. Не оборону держать, а сама держать нашими руками. Этим людям еще полночи быка носить рано утром. Рано утром может не достать. Юрка, це бабак. Мы з Васей двое суток на логистике. У меня ноги уже не идут. Я уже еле хожу. Я тебе могу еще сутки оставаться тут. Что не стрельца, у нас тут трехсоты. Все трехсоты. Будем медленно идти, ну надо сюда машину. Ганс, Ганс, я только 300. Нога, Ганс. Ганс, я с оком, мы 300. Ну, кроме того, через полгода они не збільшувалися. Не могли ничего толком зробити. Сказав, что тяжко дыхать, но паника. Юрка, Юрка, я молод, прием. До свадьбы тут у нас весело, там все можно. Помогайте трошки, блядь. Мы, короче, дали заднюю, отваливаем. Там где Дока, Дока, понял? Нас расп***лёдный наш. 300-й оставили на месте. Здесь никого не осталось, нас 4 человека. Мы расходим, мы расходим. Расп***лам. Чтобы мы в команде. И, блядь, я без хэча, я там, короче, он 300-й, меньше 300-й. Уже трое 300-й. А людей в такую теме не поведу, потому что я здоровье сам толком не знаю, куда. Слухай. Руслан, успокойся. И, пожалуйста, обрисуй мне нормальную картину. Шусь я уебал и завалил все бревна. А? Еле трохи вылезли. Собирайтесь, потихоньку выдвигайтесь. Мы ж не штурмовики, не спецназовцы. Да там нема никого, вам надо закрепиться там. Причем там штурмовики, аккуратно пройти, продвигайся нахуй, закрепиться. Нас эвакуируют позже. Мы тут не будем оставаться. Чего вы там не будете оставаться? Потому что убьют. Да, я вам сказал, уже 3-4 дня, кажу, контроль входы, позиции. Вы мне плюс. Постоянно все, блядь. Но мы же железные тоже, не выдерживаем. Шелопеле. Ответьте кто-нибудь, пожалуйста, ответьте кто-нибудь.